Сейчас назвать работы на мосту строительством нельзя. Здесь как раз завершается демонтаж. Уже разобрано полотно и само искусственное сооружение. Дальше подготовка к забивке свайного поля и, наконец, сборка конструкций будущего моста. На работы погодные условия в любом случае могут повлиять, но подрядчикам делается все возможное, и нами в том числе, чтобы постараться успеть к Новому году пустить движение по мосту. Пусть это будет не завершенный асфальт, но организовать движение, проезд, мы постараемся. Автомобили проедут не по временному сооружению. Это уже будет основной ствол. Иван Григоров добавил, что с его постройкой уже станет видимым скелет будущего сооружения. Стоит отметить, что все работы ведутся под четким присмотром и контролем археологов. А вопрос сохранения исторического облика обсуждался и заранее прорабатывался. Он будет учтен при строительстве. Здесь мы впервые применим конструкцию арочную из гофрированного металла. То есть та конструкция самих арочных сводов, она будет инновационно новой. То есть она обеспечит высокую несущую конструкцию и позволит сохранить исторические особенности сооружения. Дальше будут выполнены работы по отделке клинкерной плиткой с учетом всех работ, ранее выполненных с исторической части. На Астраханском мосту применят довольно интересный решение для людей с ограниченными возможностями. Специально для них на пешеходной части моста будет работать специальный подъемник. Работы на объекте подрядчик обещает завершить в июле 2021 года. Но это не единственный мост в Рязани, где ведутся работы в этом году. Отреставрирована будет часть улицы Каширина. В 2019 году здесь проводились мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций. Теперь же за работы возьмутся основательно. Начнут уже в этом году. Сейчас выбирают подрядчика. Конкурс уже объявлен. Движение по данному мосту перекрываться полностью не будет в связи с тем, что мост состоит из двух частей, правой и левой. То есть будет сужение движения, ограничение по двум полосам. То есть, когда будет ремонтироваться одна половина, движение будет осуществляться по другой. При реконструкции моста будет применено много современных технических решений, которые, может, глазу обычного человека и незаметны, но хорошо скажутся на самой конструкции. Деформационные швы, которые будут использоваться, гидротехнические работы и так далее. Также в проекте предусмотрен целый комплекс природоохранных мероприятий по защите реки Трубеж, протекающей здесь же. Однако для укрепления коммуникации часть деревьев придется опилить. Комплекс работ предстоит огромный. А уже в октябре 2021 года рязанцы смогут проехать по новому мосту. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».